собрались с вами, чтобы поговорить о правильном бритье. Вы можете выбрать бритву, такая, которая вам больше понравится, или та, которую вы считаете, что вам больше подойдет. Как вы выбираете бритву, на что вы обращаете внимание? На цвет. У кого чувствительная кожа из вас? Тогда вам подойдут бритвы для чувствительной кожи. У кого кожа сухая, вам подойдут бритвы специально с дополнительным уходом за кожей. А вот в том случае, если кожа нормального качества, вы можете взять бритвы Venus Embrace. Как вы считаете, бритье это опасный уход за кожей или нет? Опасный. Почему? Нет, я считаю, что нет. Вот эти пять лезвий, когда вы бреетесь, они отдавливают кожу, и угол наклона лезвий подобран таким образом, чтобы просто полностью исключить вероятность порезов на коже. А бритье может способствовать усилению роста волос или нет? Я считаю, что да. Если каждый день говорят, что да, а мне я где-то читала, что это абсолютно неправда. На самом деле количество волос закладывается уже внутриутробно. И бритье не будет способствовать утолщению роста волос. Просто когда волос растет, самый верхний его кончик, он тоненький. Поэтому, когда вы сбриваете, вам кажется, что волос становится чуть толще. На самом деле, это тот естественный стержень волоса, который передали вам по наследству. Но теперь, я надеюсь, вы все знаете о безопасном бритье и будете использовать этот метод для достижения гладких ножек регулярно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.